площадь застройки общая нового инвестиционного, ну, культурного проекта под мостом? Сколько площадь там? Скажи, пожалуйста, площадь, которая планируется. 77. А площадь, я понял, а вот парка центральная у нас сколько площадь? 78. А как, почему тогда сумма у нас? Вам разве хватит этой суммы полученной? Или планируется еще несколько лет? Там уже финансирование. Я скажу, что сегодня сделана архитектурная часть этого проекта. А в дальнейшем у нас, вы знаете, победитель, мы заходим в проектирование, также мы сделаем государственную экспертизу, будет четкое понимание, сколько необходимо денежных средств на эти парки, и будет также все финансирование из областного или из местного бюджета. Ну, то есть тех 200 миллионов, которые сейчас будут получены от... 105 миллионов. Ну, 100... Нет, 105 это по госпрограмме. Да. И 99 спонсорских, насколько там написано. Да, да. Вот. Ну, да, того... Ориентируйтесь, что мы вложимся 200 миллионов, я пока не скажу, ориентируйтесь, я не готов продать после того, как будет сделан проект, и как мы пойдем Ну, то есть, опять-таки, мы можем говорить о том, что картинки нарисованные и заявленные будут отличаться от того, что мы получим в итоге. Я надеюсь, что мы будем стремиться к тому, чему у нас будет представлен проект, чтобы все соответствовало тем эскизам, которые были рассматриваться. Парк центральный, тоже картинки были красивые, а по факту там новые деревья, которые сажаются, продолжают погибать, те деревья, которые вырубаются, что происходит там, корни повредили или что-то, или потому что там болото не стоит. Когда, наконец, в парке будут деревья, и почему скрыли остатки тем, что там были деревья? Разве зеленая комиссия не должна давать заключение, какие деревья закупать, какие деревья? По поводу парка центрального. Если мы немножко удалось сделать, я полностью прекрасно, что нам было презентовано три проекта. Также было упоминано про когда жители голосовали за эти проекты. И на сегодняшний день у нас нет никаких отклонений от того проекта, который был утвержден, и ту программу, которая сегодня выполнена. Да, но не хватает сегодня денежных средств для того, чтобы закончить парк центральный. Но если мы возьмем проект, который был сделан, где была проведена также государственная экспертиза, то там различий нет абсолютно никаких. По поводу деревьев, которые погибают, я думаю, что наша комиссия разберется в этом плане. Будет она куда такое заключение, я сейчас не могу комментировать по такой причине, погибли деревья. Такой информации нет, я надеюсь, что мы прежде всего не получим, и давайте дадим информацию. Сколько на данный момент не хватает на парк, как это будет решаться? Вы даже еще и дали спонсорские также средства? Спонсорские средства в этом году пока не привлекаются. На парк не хватает нам, если вернуться также к проекту. Тот проект, который прошел государственную экспертизу, сумма прописана 238 миллионов рублей. Там был выделен 108, большая часть из них, ну, то есть не больше, кажется, пошла на реализацию этого проекта. Можно посчитать, сколько не хватает. И там я за ним не переживаю, потому что я на самом деле очень благодарен этой программе, в которую мы попали, и благодарен Вячеславу Федоровичу, что мы начали так делать. Да, нам все-таки хватает источников финансирования. В том году было привлечено более 30 миллионов рублей спонсорских денежных средств. Сегодня пока у нас такой возможности нет, но мы работу свою не останавливаем. Я надеюсь, что мы в ближайшее время найдем возможность, найдем источники финансирования для того, чтобы парк доделал вести до конца. Но то, что сделано сегодня, сделаны земляные работы, сделаны инженерные коммуникации, то, что есть основания, то, что проведены все системы поливов, сделаны планировки грунта, это большая часть этого парка. И без земляных работ, к сожалению, мы не можем парк насытить. Было замечание по экранному покрытию, абсолютно правильно, через страны, журналисты писали, на той площадке, которую мы установили, также за счет спонсорских денежных средств. Это рекордное покрытие, если не ошибаюсь, вчера было отремонтировано в рамках гарантийных обязательств. И также хочу напомнить, что эта площадка и рекордное покрытие установлены за счет бюджетных источников. И еще можно вопрос, как вы видите дальнейшее содержание общественных территорий? То есть каждый год по программам делаются новые парки, скверы, а в комбинате благоустройства разве прибавляется количество сотрудников, которые должны это убирать? Если нет малой техники, которая может по плитке ездить, это подметать, убирать, тот же сквер мечты, его сколько, 2 года всего как сделали, а уже вся плитка волнами, потому что тяжелая техника убирается. То есть есть ли какие-то планы, как в дальнейшем содержать эту территорию? Вопрос касается приобретения техники малых парень, вопрос касается
с которым показано нам набирать на другое устройство. В том году нам не получилось приобрести ту технику, которую необходимо. Мы планируем приобретать в ближайшее время. Опять же, все это зависит от нашего бюджета по мере возможности. Но то, что вопрос вы задали абсолютно правильно, что такая техника необходима, то, что людям необходимо в этом направлении работать.